Президент США Барак Обама вылетел из Сенегала в ЮАР. Ближайшая остановка в его турне по африканским странам – Претория, где он надеется навестить Нельсона Манделу. Впрочем, в официальной программе визит в больницу не предусмотрен. Американский президент оставил на усмотрение семьи возможность встречи. Как когда-то его политический герой Мандела, Барак Обама с женой Мишель почтили память тысячи чернокожих рабов на сенегальском острове Горе. Отсюда к берегам Америки отплывали корабли с рабами. Среди них были и предки первой леди США. Именно поэтому во время своего посещения сохранившихся с тех времен домов Обама рассказывал о сугубо личном отношении к их страданиям. Главной темой визита американского президента в Сенегал стали продовольственные проблемы. Но здесь, на острове, он говорил только о правах человека. Поездки за пределы США для меня всегда очень важны, но визиты в Африку занимают особенное место. Посещение таких мест дает мне новые силы для борьбы за права человека во всем мире. Последний раз Барак Обама посетил Африку в 2009 году. Накануне турне президент заявил, что африканские страны больше не должны придерживаться старого стиля государственного управления и призвал молодежь бороться с нарушением гражданских свобод, как это делал его кумир Нельсон Мандела.